Вспоминая то, каким был Lineage 2, я вижу то, что никогда не увидят холопы иного и Африкогрядки 2. Ведь если бы не было памяти о чем-то лучшем, то я бы так же, как и все эти АФК-овощи, стоял в АФК и даже не возмущался на тему того, что ограничивают меня ПК. Вот часто холопы иного, которые защищают нынешний ход дел, говорят, что и раньше люди играли в много окон, и раньше никто не бегал на БД и ПП, но все, кто застали 2005-2006 год, вспомните, что происходило вот здесь. Здесь не было никаких NPS, здесь сидели несколько десятков ПП, БД, СВС и прочих саппортов, которые продавали свой баф. И в принципе, у них своя движуха здесь была. Они играли в свою игру, взаимодействовали и фанились по-своему. Но, как видите, это место опустело, и это лишь только воспоминание, но это место для меня всегда будет обозначать вот этих ПП, БД, СВС, которые здесь когда-то бафали людей на кач. А вот такими стали ПВП ворота Диона, на которых раньше также было много людей, которые фанились 40-ми, 76-ми уровнями, и как бы даже 20-м уровнем ты мог здесь пофаниться, кидать станы и так далее. А также постоянно. В локациях Диона бегали ПК из Флорана, и нубы прибегали на ПВП ворота и звали людей помочь. И люди, которые стояли на ПВП воротах Диона, организовывались и бежали искать ПК. И это было весело, когда они бегали с ворот за ПК, и вот в Тионе была какая-то движуха, была жизнь, можно так сказать. В Тионе продавали ССД, в Тионе продавали Д-кристаллы и скупали. Но потом, в один из дней, Тион опустел из-за жадности и новки, а также людей. Когда Д-кристаллы уже стали не нужны, потому что Д-соски стали продаваться в магазине, как в игровом, так и в обычном. И в принципе, вот тогда гномы понесли свои первые убытки и потерю интереса к тому, чем они раньше занимались. А также гномы потеряли свою первозданную деревню гномов, в которой они появлялись в этом мире. И в принципе, все расы появлялись в отдельном городе, и это было какое-то отличие. Все эти холопы, их уже не изменить, они даже рады платить за то, что продают свою свободу. И они готовы платить за то, что блестящее татарское лицо одело на них кандалы. И в принципе, это ихняя холопская радость. Мы можем также порадоваться за них, но со стороны и не участвуя в этом, ребята. Спасибо.